поздравить тебя, Радиомания. Угу. Ты уже снимаешь? Да. Надо же говорить раз, два, три. Я не знаю, что говорить. Примерно набросьте мне чего-нибудь. Да с днем рождения, Аудиомания, все. Ой, а можно приготовиться? Буду говорить по бумажке. Поздравляю мою любимую компанию Аудиомания. Только не смейтесь. Не, это надо уже удалять любому. Ох. Скажешь, когда начинать? Теперь точно можно. Все, поехали? Да. Я даже не знаю, с чего начать. Что сказать, я не знаю. Что я нам желаю? Да, не смущаюсь. Я не помню текст. Давай, наоборот, меня поддерживай. Группа поддержки, Зарь? Давай. С попонами? Нет, давайте, стоп, сейчас. Ну, все было не так же. Процветание, процветение, или как там правильно? Да? Слово непонятное. А, прибыли. Желаю любимой аудиомании быть не только хорошей. Подожди, любимая аудиомания выйдет. Поздравляем! Ура! А, ну что ж такое? Не работать надо. Не люблю сниматься. Да мы лучшие, у меня конкуренция. Ура!